Здравствуйте, меня зовут Олеся Бурьян, и мы сегодня с вами будем готовить печенье, которое называется «Шоколадные трещинки». Оно очень празднично выглядит, просто готовится и совершенно фантастическое на вкус. Для приготовления печенья нам понадобятся яйца, мука, сахар, пудра и шоколад. Для начала мы возьмем 2 яйца. И разобьем их в удобную миску для взбивания с высокими бортиками, чтобы у нас ничего не расплескалось в процессе. Теперь мы добавляем сахар. Нам понадобится приблизительно 100 грамм, а это 6 столовых ложек. Теперь нам понадобится миксер. Нам нужно очень хорошо взбить всю эту массу до образования такой светлой пены. Масса должна выглядеть приблизительно вот так. Теперь приступаем к шоколаду. Берем одну плитку шоколада горького и ломаем ее на кусочки в какую-нибудь миску. Одной плитки достаточно. Теперь нам нужно растопить шоколад на водяной бане или в микроволновой печи. Растапливайте шоколад на минимальной мощности 1,5-2 минуты, постоянно присматривая за процессом. Когда шоколад растопился, нам нужно добавить в него маленький кусочек масла. И пока шоколад горячий, нам нужно быстро, энергично размешать масло до полного растворения. Когда шоколад остынет, мы добавим в него взбитые яйца. Мы готовим это печенье из горького шоколада, а вы можете проэкспериментировать и найти сочетание на свой вкус, добавляя шоколад с орехами или использовать только молочный. Шоколад остыл, начинаем делать тесто. Аккуратно перекладываем его в яичную смесь. И теперь аккуратно все перемешиваем вилкой. Для того, чтобы взбитые яйца не осели, следует вмешивать шоколад неторопливыми движениями сверху вниз. И теперь нам осталось добавить муку. 6 столовых ложек. И аккуратненько все перемешать. Тесто готово, теперь убираем со стола ненужные предметы и достаем противень. Сейчас мы будем формировать печенье, для этого нам понадобится 2 чайные ложки. Берем одной ложкой тесто, а второй аккуратно скидываем его в сахарную пудру. Очень удобно брать миску с высокими краями для того, чтобы обваливать печенье вот так. И немножко помогаем руками. Выкладывая тесто на противень, помните, что в духовке оно расползется, так что оставляйте достаточное расстояние между печенюшками, чтобы в итоге не получить один огромный шоколадный корж. Мы закончили выкладывать тесто, и теперь нам нужно поставить печенье в духовку на 15 минут. Печенье готово, теперь осталось красиво выложить его на блюдо и попробовать.
Для приготовления шоколадных печений нам понадобится 2 яйца, 6 столовых ложек сахара, это примерно 150 грамм, 100 грамм шоколада, 30 грамм сливочного масла, 6 столовых ложек муки, это примерно 200 грамм. Приготовление шоколадных печений состоит из трех основных этапов. Этап первый. Взбейте яйца с сахаром до получения светлой массы. Далее растопите шоколад, добавьте в него масло, тщательно перемешивая. Этап второй. Влейте шоколад в яичную смесь, аккуратно перемешайте и добавьте муку. И третий этап. Готовое тесто обваляйте в сахарной пудре, скатайте шарики и положите на противень выпекать 15-20 минут при температуре 180 градусов. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Если это упаковать в коробочку, то получится прекрасный подарок нашим родным и близким на любой праздник. В следующий раз мы приготовим с вами еще что-нибудь вкусненькое. С вами была Олеся Бурьян. До новых встреч! Thank you.